Публикации турецкого блогера Беркая Туркмена в социальных сетях всполыхнул армянское общественное мнение. Журналисты, общественные деятели и простые пользователи соцсетей бьют тревогу, критикуя провал спецслужб своей страны. Причиной негодования армянского общества стала прогулка по Еревану турецкого блогера Беркая Туркмена в форме футбольного клуба «Трабзонспор», на которой изображен флаг Турции. Ermenistan'da Trabzonspor formasıyla ve Türk bayrağıyla dolaşıyorum. Bir Allah'ın kuluna da bir yan bakamıyor. Keserim. А апогеем армянской эпилепсии стал символ серых волков Боскурт, которую блогер продемонстрировал во время посещения Цицернакаберде мемориального комплекса, жертвам так называемого геноцида армян. Это вопрос нашей безопасности. Куда смотрит СНБ? Пестрят заголовки в соцсетях. Кадрами из Еревана блогер поделился на своих страницах в социальных сетях. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!